Ох, а как можно себя чувствовать красивой, когда ты не похожа ни на какие стандарты красоты, ни на какие. Вот с детства у меня был вот такой нос огромный, такие губы огромные, там цвет другой, а все такая люди... Такая симпатичная была, ну, я видела фотографии. Ну, смотрите, это детская симпатичность, это одно там пуф, с которого вот так вот трепет, это, и, значит, гладит по голове, говорит, какой красивый мальчик. А другое дело, когда ты уже начинаешь себе сколько там, 14-15 лет, ты уже меняешься физически, и уже все в классе, у всех свои парни, да, и ты понимаешь, что у тебя никогда не будет никакого парня, потому что ты другая, ну, кому ты нужна? Ну, ты, во-первых, сама по себе страшненькая, а во-вторых, ты еще и другая. И начинаются вот эти мысли, что тебя полюбит только человек, который такой же, как и ты, что вот надо поехать в Африку.